Продолжается экскурсия по павильону Сбер. Вот, мы заходим вот на вот такой вот круг. Открывается, сейчас мы становимся круг. Вы первый подписывает указ о создании в России сберегательных касс. 1 марта 1842 года. Сберегательная касса открывает двери для петербуржцев. Чиновник Николай Антонович Кристофарин делает вклад 10 рублей и становится первым в истории клиентом Сбера. Через месяц кассы открываются и в Москве. 1862 год. Отныне сберегательными кассами руководит Государственный банк. С тех пор их история неразрывно связана друг с другом. 1917. Год больших перемен и великих потрясений. Это время было непростым для всех. И для сберегательных касс тоже. Экран закрылся. А вот постоянно играет музыка. Я ее, конечно, мне приходится убирать. Это не моя прихоть. Но вот такие правила. Видите, потом вот показано, как мы можем пересылать деньги друг другу. Так, а здесь ступенечка такая высокая-высокая. И всегда оглашают: осторожно, высокая ступень. Вот. Сейчас я захожу в другой зал, в следующий зал, и что-то кофе запахло. А здесь, оказывается, вообще-то молодцы, кофе продают. И вот столик я дотрагиваюсь, но что-то я не так сделала. Ага. Лото, а детки могут тут посидеть, отдохнуть. Естественно, персонаж вот он, так, серебряные монеты, опять же. Я же говорила, что после выставки их купить не смогут. Это только они продаются во время выставки. Народ садится в беспилотное такси. Я потом тоже села. Мамочка здесь много набилась, я уже сидела одна. Мальчик вообще лежал. Интересно, тоже интересно очень. Так, дальше мы проходим залы, тоже очень, здесь можно полдня провести, а сказали, каждая экскурсия 25 минут. Каких там 25 минут? Фильм идет, ребята играют там, покупают квартиру там или дом. Много-много всего интересного, очень много. А меня, как ботаника, естественно, очень интересует и... Декор. Так, что здесь? А, вот. То ли азот, то ли, не знаю, как это разрешить. Посмотрите. Как будто шваброй моет стену, и открывается картина. Ничего себе. Так, украшений очень много. Очень много украшений. Мы пошли направо. Так, куда я зашла? Сейчас. Ага, здесь зал, кино показывают. Я говорю, 25 минут. Какой 25 минут? Пока кино посмотришь, пока этот... Вот Дедушкой Морозом пока поздороваешься. А сейчас я зашла в детскую игровую зону. Как можно детей через 20 минут отсюда вытащить вообще? Ну как? Взрослого она не вытащишь, а вы хотите, чтобы ребенка вытащил? Когда надо смотреть.
А эта зона вообще очень интересная. Это Алтайский край. Смотрите, посмотрите, рыбки. Это стекло. Представляете? Да. Смотришь, когда смотришь, рыбки как будто живые плавают. Как будто живой водопад. Технология сейчас, да? Так, пошли мы дальше. Здесь проверяют здоровье. Да. Здесь можно померить тонометром давление. Все интересно. Все. Где бы ни проходили, что бы ни делали, что бы ни говорили. Все смотрите очень-очень интересно. Людей, правда, много, но мы не затаптываем друг друга. Очень даже не мешаем друг другу. Проходим тихо, спокойно. Обратно опять заработать. Мне очень этот тренажер понравился. Говорят, что чувствуется, тяжело, что ли? Крутить колеса. У него голова не закружилась? Мой возраст. Нет. О, у тебя же тоже была эта... Вот прям велосипед. Поедешь? Где была музыка, я поубирала уже, по-моему, везде. Но если будет штраф, тогда я не знаю. Вот, сейчас мы будем смотреть Манжирок. Это курортная зона в Алтайском крае. Как она строилась. Очень-очень, кстати, интересно. Я прям не отходила от этого панно. Девочки сидят, смотрят, и там немножко раскачивают. А я стоя смотрела, очень интересно, и, естественно, снимала. Шум убирает только в том случае, когда играет музыка. Пусть будет шумно, пусть будет шуметь жизнь, так как... Я иногда смотрю индийских блогеров, им показывают ни Индию, там ни Непал, они путешествуют. Какой там шум ужасный. И на дорогах, и везде. Суточный диагноз, вот хочу сказать. Так, мы зашли в медицинскую зону. Щекочет что-то в горле. Что хочу читать стихи, что ли? Мысли о Тоне Шоколада. Ничего себе, что только не придумывают. Мысли о Тоне Шоколада. Вот мы пошли дальше. Так, здесь фотографии, портреты. И вот они, ну, играться. Ты играешь, машина проезжает мимо. Бабушка стоит, и мимо проезжает машина. Вот, да. Понятно, да? Ну, интересно, да? Вот. Что-то я там нажала, и они подпрыгнули. Так, здесь мы карту вставили, да. Ага, это потолок, да, или что там? Я люблю, так, ну все, я здесь присела на этих пусиках, спокойно можно, да, дом клик.